Здравствуйте! Отличное средство! Я даже избавилась от проблем с кишечником и сильной усталости по вечерам. Затвердевание артерий, также известное как атеросклероз, является распространенным заболеванием, которое возникает, когда холестерин, жир и другие вещества накапливаются в стенках артерий и образуют жесткие отложения, называемые бляшками. Со временем эти отложения могут блокировать артерии и вызывать проблемы во всем организме. Если вы хотите уменьшить риск сердечного приступа и инсульта, вам необходимо убедиться, что ваши артерии полностью очищены. Чем меньше накоплений бляшек у вас есть, тем лучше. Принимая статины, вы можете снизить общий уровень холестерина, но они имеют много опасных побочных эффектов. Мы рекомендуем вам эффективное природное средство, которое вы можете употреблять, чтобы очищать и поддерживать здоровье артерий. Это средство состоит из 5 простых ингредиентов, которые легко доступны всем. Их сочетание делает эту смесь самой эффективной и целебной для сосудов и здоровья сердца. Ингредиенты: 1 чашка лимонного сока, 1 чашка яблочного уксуса, 1 чашка измельченного чеснока, 1 чашка измельченного свежего корня имбиря, 1 чашка меда. По желанию можно использовать 2 чашки меда. Перемешайте ингредиенты до однородного состояния, используя деревянную ложку. Поместите смесь в стеклянные банки и храните в холодильнике. Нагрейте стакан очищенной воды и добавьте 1 столовую ложку смеси. Рекомендуется употреблять каждое утро натощак. Примечание. Всегда встряхивайте банку перед использованием. Лимонный сок оказывает щелочное действие на организм. Лимонный витамин С помогает снизить прогрессирование атеросклероза, затвердение артерий. Кроме того, он предотвращает накопление LDL, плохого холестерина в артериях. Имбирь содержит очень сильные противовоспалительные соединения, называемые гингеролы. Он помогает избавиться от воспаления и улучшить кровообращение. Кроме того, имбирь снижает уровень триглицеридов и холестерина, которые накапливаются в стенках артерий. Чеснок богат аллицином. Он реагирует с эритроцитами и продуцирует сероводород, который расслабляет кровеносные сосуды и активизирует циркуляцию крови. Это, в свою очередь, снижает кровяное давление, позволяя крови переносить больше кислорода в сердечную мышцу и уменьшать давление на сердце. Яблочный уксус богат уксусной кислотой, которая, как известно, снижает уровень холестерина в крови и уровень триглицеридов. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!